Мы сегодня тоже решили зайти в то же заведение бистро. Очень нам оно понравилось. И вот сегодня решили начать с такой необычной фуагра. Причем подается она с разными, я так понимаю, она как бы зреет с различными ингредиентами. Мы взяли с трюфелем. Вот такая вот малюсенькая порция. 7 евро. Вот. И подается с такими печенюшками с изюмом. Не пробовали такую подачу, решили фуагра попробовать в Андорре. Второй аперитив у нас устрицы. Они, конечно, не под пиво, но мы решили попробовать. Они небольшие, всего лишь по 5 евро штучка. Поэтому решили попробовать даже с пивом. Основным блюдом мы сегодня решили побаловать себя мини-бургерами вот такими. С чипсами. Не совсем по фэншую, но захотелось нам мини-бургеров. Вот, и будем пробовать, какие делают мини-бургеры в Андорре. Надеемся, очень вкусные. Мы поели. Вот, общий счет 73 евро. Очень вкусно, очень необычно. Действительно шикарная кафешка, бистро. Мы ее всем рекомендуем. Тихая, спокойная обстановка, никого нету, это в торговом центре, но подача и вот шеф-повар у них очень классный, настолько необычно, даже вот эти мини-бургеры, настолько они вкусные, необычные и здоровские. Поэтому бистро-кафе рекомендуем, очень классная кафешка.